Бейсбол во Владивостоке существует уже около 30 лет, однако горожане все еще не особо проявляют интерес к этому американскому виду спорта. Поэтому местным бейсболистам приходится каждый год пропагандировать эту необычную и сложную игру. И делают они это в формате целого фестиваля, который проходит на стадионе «Строитель» и собирает молодежь со всего города. Четвертый раз уже у нас проводится, четвертый год подряд. Мы уже сделали его ежегодным, он уже стал как визитная карточка города Владивостока. То есть ребята уже все привыкли, то есть все школы уже привыкли. То есть мы уже, когда проводим где-то мастер-класс, уже всегда фестиваль бейсбола будет, в этом году или не будет. То есть потому что все ждут, хотят получить медаль, шоколадку, побегать, попрыгать. То есть и поэтому мы уже сделали его традиционным. После мастер-класса от опытных спортсменов участники фестиваля разделились на несколько секторов. Помимо бейсбольных участков, где нужно было бросать мяч и отбивать подачи, были и более знакомые детям зоны с общей физической подготовкой. По словам организаторов, это позволяет юнцам не заскучать и заодно размяться перед игровыми элементами. Как говорят местные тренеры и спортсмены, главным достижением фестиваля становится приток новых детей в секции. Только что пришедшие бейсболисты сразу же втягиваются в соревновательный процесс. Это позволяет сделать турнир «Золотая ловушка». Всероссийские соревнования в упрощенном формате бейсбола проходят каждый год. По облегченным правилам юные команды со всего Приморья встречаются даже в закрытых помещениях. Уже на этой стадии профессиональные клубы присматривают себе потенциальных новичков. Мы закопались в рутине, конечно, бейсбол – это очень много правил, это очень много всяких условностей, а «Золотая ловушка» все упрощено. Причем мы дописывали правила с учетом реалий, с учетом практики, и мы пришли к выводу, что чем проще, чем универсальнее подаются знания о нашем виде спорта, о бейсболе, тем лучше к нам идут в набор дети. А чтобы еще больше замотивировать молодежь, профессионалы проводят череду соревнований, которые может посетить любой желающий. Уже с 8 по 10 июня на том же стадионе «Строитель» можно будет посмотреть матчи краевых команд. А уже ближе к осени местные спортсмены проведут традиционный Кубок Сибири и Дальнего Востока. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на 8.